Всем привет, с вами снова Лев. После очередной утренней разминки намотал несколько кругов здесь на стадионе, где раньше советские футболисты профессионально тренировались. А сейчас вот я бегаю. Подтянулся. Сколько я подтянулся? Раз 15, наверное. На брусьях немножко позанимался. Все это причем после командной нашей планерки, которая по понедельникам происходит в сообществе BeHappy24. Ну, мы все являемся участниками клуба BitClub Network, инвестировали в майнинг биткоина, ну и попутно вот растем и финансово, и ну, в целом психологически. Ну, все равно надо развиваться, потому что невозможно как бы представить себе жизнь человека современного, который остановился и все, завис как бы, да? То есть ты либо вперед движешься, либо назад, такого какого-то боковика, наверное, невозможно в нашей жизни. Ну и вот ребята с нашего клуба придумали такую тему. В общем, мы, ну, по крайней мере, я вот на эту неделю для себя решил поработать по новой немецкой системе. Значит, я восстановил регулярные, значит, эти вот разминки, зарядки, да, по утрам. Здесь в Абхазии это немножко мне попроще было сделать, поскольку стадион рядом, и как-то хочется на улицу выходить, видите, солнышко, птички поют. Вот, попутно немножко хочу усложнить себе задачу, и у вас есть возможность принять участие, то есть принять мой вызов. Ну, этот вызов прежде всего я себе, конечно, делаю, но сейчас вот я объясню, в чем смысл. Значит, эту неделю, вот, начиная с сегодняшнего дня, в ежедневном режиме я буду тренироваться на этом стадионе, бегать и записывать после этого одно видео и выкладывать его. То есть каждый день будет на моем канале одно видео. Значит, чтобы принять участие, вы должны быть подписаны на канал и оставить под этим видео свой комментарий. Ну, что-нибудь по типу, там, принимаю вызов. Вот, если я облажаюсь и за эту неделю, будет какой-то день, хотя бы один, где я не выложу видеоролик, да, отсюда, со стадиона, то я, значит, при условии, что вы оставили комментарий, я вам 100 рублей на телефон скидываю. То есть определенный бюджет я на это дело подготовил. Но опять же, это для меня стимул. Чем больше людей тут оставят комментарии, тем у меня больше будет стимул не облажаться, так сказать. Вот. Ну, надеюсь, это интересно. Как бы и вам развлечение небольшое, и мне вроде как дополнительная мотивация что-то делать, проявлять активность. Ну что ж, больше узнать о сообществе BeHappy24 вы можете в Telegram-группе. Ссылочка будет в описании, как обычно. Ну, вообще почитать о том, что за проект BitClub Network, ну и узнать о наших ребятах побольше. Заходите, подключайтесь хотя бы на время, можете посмотреться. Ну что, спасибо за внимание. Еще раз обращаю ваше внимание, что подпишитесь на канал на YouTube. Ну и оставляйте комментарий. Спасибо за внимание. Всего доброго. Финансового вам благополучия. С вами был Лев.